Всех приветствую. Продолжаем рассматривать картины и описания к ним по книге «Великие музеи мира». Эдвард Колли Бёрн-Джонс. Сидония фон Борг. 1860 год. Бумага, акварель, гуашь 33 на 17. Эдвард Колли Бёрн-Джонс – английский живописец и книжный иллюстратор, близкий по духу прерафаэлитам, один из наиболее видных представителей движения искусства и ремесла. Мастер прославился своими витражами. В 1894 году он получил титул баронетта. В галерее хранится 149 работ автора. Картина знаменует рождение индивидуального стиля художника. Она – тонкая стилизация, о чем свидетельствует и весь строй произведения, и надпись, сделанная на старинный манер, Бёрн-Джонс исполнил. На создание этой и парной к ней Клара фон Борг акварели Бёрн-Джонса вдохновила книга Йоханнеса Вильгельма Мейнхольда, появившаяся в 1849 году в переводе с немецкого Спенсера Уайльда «Сидония фон Борг. Монастырская колдунья». Автор пишет от Сидонии как о женщине необычно прекрасной, но использовавшей свои чары для злых целей. Уничтожала всех, кто противился ее обольстительной магии. Мейнхольд так описывает героиню. Сидония представлена в расцвете своей красоты. Ее рыжие, почти золотые волосы убраны в золотую сетку. Ее шея, руки и запястья обильно украшены изумрудами. Черты ее лица не радуют глаз, несмотря на большую красоту. Особенно в губах можно заметить выражение холодной злобы. Именно это соединение красоты и коварства, чувственности и жестокости привлекло художника. Мастер изобразил Сидонию, замышляющую новое злодеяние. Одетая в великолепное платье женщина с пышными волосами, судорожно сжимает висящее на шее украшение. Ее взор полон ненависти, а лицо и фигура выражают непреклонную решимость. Моделью для этого образа была Фанни Конфорт. Ну, вот такое описание к работе Эдварда Колли Бёрн-Джонса «Сидония фон Борг», 1860 год, по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.